этом ролике моя задача состоит в том, чтобы я украл как можно больше игрушек из той самой пиццерии Фредди. Там, где по ночам оживают аниматроники и охраняют ее с максимальной защитой. Это будет сложно, потому что мне придется придумывать всякие разные способы, чтобы это сделать. Прямо сейчас поставьте лайк и смотрите этот ролик до конца, чтобы увидеть все способы, которые мне придется использовать. Мы начинаем. Фух, чуваки, не удивляйтесь, что я маленький такой. Просто в прошлом ролике мне пришлось уменьшиться, чтобы я взял вот эту вот игрушку для Ленчика. Потому что Ленчик капец просто влюбился в игрушки аниматроников. И они ему очень нравятся и нужны ему для стримов. Он там сидит, стримит на втором этаже. Сейчас мы до него поднимемся. Ленчик, я принес тебе топовую игрушку. Не понял, а почему он не стримит? В прошлый раз я ему принес аниматроника Луну, но ему не понравилось. Хотя, мне кажется, это топовая игрушка. Поставьте лайк, если она вам реально нравится. Топ, вообще просто лучшая игрушка. Ладно, поставлю пока на первый этаж ему. Топ, просто лучшая. Не понял. Юля, ты что, здесь, что ли? Ты что делаешь? Ты что, ломай эту всю фигню? Ты что, я тебе аниматроника принес, а ты тут... Ты что тут смотришь, Леня? Это мерзость. Я тут это... Что? Немножечко влюблен. Ты, блин, дурак, что ли, Ленчик? Вот, смотри, держи тебе игрушка злющего аниматроника. Напишите в комментариях, если вы знаете, как его зовут, потому что Ленчик 100% даже не догадывается. Чё с фигня полнейшая? Я реваю. Ты что, я сломал? Леня, ты... Почему ты ее закинул на верхнюю полку? Я что просил? Ты просил игрушку. Я просил. А ты что такой мелкий? Так, Лень, мне пришлось стать мелким, чтобы проникнуть в пиццерию и принести тебе игрушку. А ты неуважительно относишься к моим стараниям. Я просил Глэмрока Фредди. Ладно, ладно, сейчас я тебе принесу Фреддика этого. Я его просто не нашел в прошлый раз. Ладно, ребята, давайте вы поставьте лайк. Я думаю, что у меня сейчас получится пробраться точно так же в эту пиццерию под амплуа маленького человечка. Давайте, ребята, лайкосик прямо сейчас заряжайте. Мы сейчас, знаете что, пользуясь случаем, вот так вот под машинами проберемся аккуратненько до пиццерии сейчас. Раз-раз-раз, быстренько. Там, правда, проблема в том, что все аниматроники бегают, ходят. Но ничего страшного. И если я зайду, есть шанс, что они меня спалят. Давайте забегаем и... Не понял. Батя в здании. Что это такое? Что значит батя в здании? Что происходит? Обнаружен человек в здании. Как они это сделали? Что здесь за защита такая, что они увидели меня здесь мелкого? Фредди ходит. Нет, что он делает? Нет, он стулья разбирает и столы. Пожалуйста. О, черт. Блин. У тебя есть 5 секунд, чтобы отсюда уйти. 5. О, нет. 4. Все, я все понял, я ухожу. Чуваки, это жесть. 3 секунды осталось, надо вообще уйти как можно скорее, чтобы он меня не заметил. Чуваки, кажется, у меня снова туда мелким пройти не получится. Есть одна идея. Смотрите, что я здесь заметил, пока я бегал под этим столом. Во, требуется официант. Знаете что, я готов при... О, черт, бежим, я снова заметил. Валим под дерево, все. Здесь он меня никогда в жизни не найдет. Если мы притворимся официантом, то у нас получится пройти в эту пиццерию. За мной у меня есть идея. Еще немножко, и все, тесный костюмчик просто. Вы что, уже здесь, что ли? Так, чуваки, я тут немножко в повара переоделся. А что, так можно было, что ли? И знаете что? Мы сейчас их всех обманем полностью. Ведь если я приду в пиццерию якобы на работу, причем не через главный вход, мы сейчас зайдем вот через это окошко. Давайте вот так вот его подразобьем и все, забегаем. Все, я якобы здесь работаю на... кухне. Ты еще кто такой? Я новенький, вот меня позвали на работу, вот я по объявлению, смотрите, идите сюда, идите, да, за мной. Что ты хочешь мне показать? Я хочу показать, что у вас здесь висит объявление, требуется официант, но я подумал, а что она в костюме повара? Я тоже повар, поэтому все, пойдемте, я вам буду сейчас готовить картошку фри, пиццы, я знаю, что у вас самая лучшая пиццерия в городе. Стоп! Что? Что-то не так? Что? Что, я не понимаю, что вы говорите. Это что? Это зачем мне столько денег? Это зачем вы мне столько денег? Ваша зарплата за 30 секунд. О, повезло, повезло. Ого, богатенькая у вас пиццерия. Ладно, я пойду, наверное, работать как бы. Ничего себе, он мне денег дал, смотрите сколько. Ого, зарплата. Вы мне, наверное, не мешайте, потому что пицца так не приготовится. Одно правило. Какое еще правило? У вас есть правило здесь на пиццерии?
Да-да-да, какое? В духовку не пукать. Чего? А, хорошо, ладно, ладно. Странное правило, конечно, но... Чуваки, смотрите, я нашел настоящую игрушку Глемрока Фредди. Ну он же точно такой же, прям копия. Пока здесь никто не видит, они тут вовсю готовят. Мы эту игрушку подсворуем немножко. Игрушка Глемрок Фредди. Чика, почему ты так смеешься? Очень странно. Ты что сделала только что? Я в духовку, ну ты сам понимаешь, что сделала. Окей, странная пиццерия. Чуваки, так как я уже украл эту игрушку, я думаю, пора отсюда сваливать, пока меня не рассекретили. Фредди, там человек правила нарушает. Валим, валим, она на меня все хочет свалить сама, значит, подошла к этой духовке. Бежим, бежим отсюда, бежим, пока меня Фредди не заметил, чуваки. Мы сейчас Ленчику передадим этого Фреддика, и я думаю, он будет счастлив, потому что это лучшая игрушка на всем белом свете. Ну, видимо, только для Ленчика. Леня... А где он? Ладно, он, наверное, в той комнате. Ну-ка, Ленчик, это... Не понял. Еда ужасная, обслуживание ужасное. Уволены! Чего? Лень, ты дурак, что ли? Это я, Владус, я просто переоделся в костюм повара. Ты что, совсем? А-а-а, блин, ты, Лень, вообще дурак. Что делаешь, стримишь, да? Ня, ня. А что ты делаешь тогда здесь? Если долго смотреть на этот фон, он превратится в пляж. А на пляжу вот эти вот буквы, которые я не могу сопоставить в одно слово. Может быть, я слишком глупый, но, ребята, если у вас получится совместить эти все буквы, и чтобы у вас получилось слово, то сделайте это, пожалуйста, в комментариях. Напишите, а, пожалуйста. А то я не знаю, как правильно-то угадывать. Пишите в комменты, какое слово у вас получилось. Пока. Владус. А, да, что, Лень, что, я просто что-то это, на пляж переместился. Я принес тебе Фреддика, смотри, а, видал, игрушка какая классная. Принес, да, а, стоп, что, Лень, просил Фреддика, вот получай. Это было сложно, но у меня это получилось. Как тебе он, а? Ты чё, Лень, ты чё? Ты сделал, зараза шоколадная, а? Я же сказал, никаких этих тупых Фреддиков! Отставить! Летчик, у меня есть специальная стрела для тебя. Поздно. Зараза такая! Туши дом, это же наш дом. Лень, просто ты, зараза, посмотри-ка, ты сам просил Фреддика. Пожалуйста, принеси мне другое. Леня, я тебе сейчас принесу другое, я тебе сейчас кирку в голову принесу. Вот так вот. Леонид Андреевич выпал из мира. Как другое-то? Ребят, напишите в комментариях, что он реально просил принести Фреддика. Ну я же не ошибаюсь. А сейчас он говорит о том, что он якобы не просил Фреддика. Я вообще ничего не понимаю. Но вы напишите в комменты, как это было на самом деле. У меня есть просто гениальнейшая идея. Во-первых, мне нужно немножко переодеться. Вот так. Ага. А, стоп. Это не та форма. Я не буду сейчас врачом. Вот так. 5 минут спустя. Смотрите, что с ним произошло через 5 минут. Это просто такой смех. Эй, Фредди, ну как ты там? Тебе хана, как только я растаю. Это что? Когда весной будет, да? А, стоп, весна же уже скоро. Ну ничего страшного. Так, ну чё, чуваки, он оброс полностью льдом, вообще полностью. Знаете, что я сейчас сделаю? Мы сейчас выманим какого-нибудь другого аниматроника. И знаете, я как научился за это время, смотрите. Реально звук оттуда. Я сначала испугался этого звука. Да думаю, да как так-то. Вон, давайте мы сейчас солнце аниматроника заморозим. Это будет смешок, конечно. Эй, ребята. О. Стоять, я тебя поймаю. Ага, поймай, попробуй, давай. Сначала догони, а потом я сделаю вот так вот. Ну чего? Почему так холодно? А давай добавлю тебе еще немножко и... Все. 5 минут спустя. Это просто смехотень какая-то. Чуваки, он просто буквально там внутри все. Он даже двигаться не сможет. Зараза, я тебя... Поймаю, как только растаю. Ага, ты сначала растаешь, чтобы меня поймать. Давай, удачки тебе. Теперь, чуваки, силы мои накопились просто невероятно. С помощью того, что я морожу нескольких аниматроников, я даже сейчас вот так вот летать могу, представляете? И даже не включаю себе режим креатива, так как накапливаются силы. Поэтому я сейчас могу заморозить сразу нескольких аниматроников. Поэтому, чуваки, смотрите, что я сделаю. Мы подлетим в воздух, и сейчас мы заморозим
всю эту пиццерию нафиг. Вот так вот мне нужно подлетать и потихоньку морозить. Будет очень долго, но нужно проморозить их всех. Фух, все готово! Все заморожено. Вообще все заморожено, чтобы вы понимали. Вообще все. Смотрите, аниматроники есть, пол есть, пиццерия есть. Остались только вы со своим лайком. Ну реально, поставьте лайк на этот ролик. За такое я просто всю пиццерию тут разморозил, заморозил. Смотрите, что происходит. Тут аж задувает. Аж мне холодно стало. Ну что у нас здесь? О, диджей-аниматроник. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же так-то ты-то попался, а? Ну ты же вроде хороший был. Или нет? Напишите в комментариях, нравится ли вам диджей. Опа, смотрите, это же Бонник. Игрушку Бонни мы забираем. Так-так-так. Кажется, тут кто-то заморозил луну аниматроника. Кто же этот плохой дядечка? Не знаю, даже не знаю. О, стоп. Что? Что тут делает машина? Почему она ездит? Смотрите, даже стены заморозились. Пол заморозился. Это что там еще такое? Я как будто играю с читами в Майнкрафте. Как будто я X-Ray включил. Смотрите, вижу через стены. Давайте посмотрим, что здесь такое. Вау, офигеть, какая странная картинка. Ладно, я думаю, отсюда надо сваливать и искать потихоньку игрушки. О, а это же Монти. Ай-яй-яй-яй-яй, как же ты так тут оказался? Дядя Владус! Стоп, Чока? Не понял. Чока, привет! Ты что тут делаешь, Чока? Тебе тут опасно, уходить нужно. Это я на машине был. Как ты на машине был? Что ты здесь делаешь, Чока? Почему ты ездишь на машине по пиццерии замороженной? Я же дежурю. В смысле? Ты что, тут охранником работаешь? Да-да-да-да-да, дядя Владус, я тут охранником работаю. То в смысле, Чока? Мне нужно отсюда украсть все игрушки. Мне сладости никто не приносит. Чока, не переживай, в следующем ролике мы принесем тебе сладости. Ребята, ставьте лайк за Чока. Если наберем 15 тысяч лайков, то я принесу сладости нашему вот этому шоколадному малышу, правда? Да, дядя Владус, смотрите, я вам покажу, где находится секретная игрушка. Вы были в правильном направлении, пойдемте за мной. Ну пойдем, Чока, показывай, где она может находиться. Ух ты, на второй этаж вообще нельзя заходить, а сейчас можно, потому что все заморожено. Ну давай, 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 види меня, види, види, види. Ребят, за такое нужно на Чока подписаться в любом случае, если он нам покажет, где игрушка. Ну и где здесь Чока? Вам наверх. Наверх, так наверх, Чока, и здесь что? О... Да ладно, это же игрушка диджея-аниматроника, серьезно? Вот это поворот! Просто офигеть, такое ощущение, что я поймал диджея за руку. Посмотрите, как он странно выглядит у меня в руке. Скажу вам по секрету, дядя Владус. А, давай, говори только тихо. Вы только моему брату ничего не давайте. Он вообще не любит игрушки. Он любит водить друзей за... Но, в смысле, за нос? Да ладно? То есть он меня обманывает, да? Я ему зря игрушки таскаю. Просто так, знаете, чем он там занимается? Я один раз увидел, он ставит лайки! Кому он ставит лайки? Скажу, если вы мне поставите 2 лайка. Мы тебе, Чока, поставим 2 лайка, а еще на твой канал подпишемся. Иди-ка срочно вниз, потому что что-то чувствую неладное, ребят. Что за звуки? Слышите, да, это? Не нравится мне это все дело. Что происходит? Ладно, наверное, показалось. Давайте так, я сейчас пойду за новой игрушкой, потому что у меня есть идея, что можно своровать. А вы прямо сейчас подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию, как я ворую игрушки. Ведь все аниматроники заморожены, и это будет очень легко. Вот тут вот вы можете посмотреть прошлые видео с моего канала и подпишитесь на канал Чока. Вот он тоже тут, кнопочка. Давайте подпишитесь. Ему будет очень приятно, если много человек подпишется на его канал. А мы увидимся в следующей серии. Пока!